Я придумал, что мы сделаем с этими скрипышами. Если вы не придумаете применение своим скрипышам, я их выброшу. Пап, это отличная идея! Хелпи, держи скрипышей и спрячь их под старым деревом. Ну и много у тебя скрипышей. Да, 49. А 50-й юбилейный у Хелпика. А ты знаешь, что мама сказала? Нет. А она сказала? Если вы не придумаете применение своим скрипышам, я их выброшу, выброшу. Я их выброшу. Бррр, только не это. А давай что-нибудь придумаем. Сделаем из них ремень. У меня ремень скрипышей. Нет, давай лучше сделаем тебе браслет. А у меня браслет из скрипышей. Да ну, нужно что-нибудь поинтересней. А давай сделаем маме сережки. Фу, какие-то мне сережки придумали, некрасивые. Да ты чего, она их носить не будет. Давай лучше тебе сережки. Что? Мне сережки? Да нет, ты чего такое выдумываешь? А давай сделаем Симбе ошейник. А у меня ошейник скрипышей, мур. Да не, а давай мы сделаем ошейник из какашечей. А теперь он из какашечей, мур. Ну и что вы здесь веселитесь? Мама, мы тут представили, что у Симбы будет ошейник из какашечей. Ну, это уже перебор. Ну-ка, ну-ка, встаньте, отходите. Ну все, больше вы их не увидите. Хелпи, держи скрипышей и спрячь их под старым деревом. А я им пока придумаю квест. Ну, доигрались. Придумал тоже ошейник из какашечей. Ну, согласись, это было весело. Ну что, хотите вернуть своих скрипышей? Конечно, хотим! Конечно, хотим! Тогда держите первое задание и отправляйтесь на поиски. Маленький, пузатенький, дом ваш бережет. От злых воров-преступников всегда убережет. Пускай он очень маленький, совсем еще малыш. Но в нем подсказка новая, хранит ее крутыш. Что же это может быть за маленький пузатенький? Так может это замок? А если ты хочешь, чтобы мы нашли всех скрипышей, тогда ставь лайк. И мы обязательно их найдем. Ну все, отправляемся. Рома, записка 100% где-то здесь. Рома, смотри внимательно. Что-то я не могу найти. Эх, здесь нет. Где-то же должна быть записка. Кажется, я знаю одно местечко, где мама могла спрятать подсказку. Побежали со мной. Рома, я нашел. Побежали. Вот она, подсказка. Папа, открывай скорее. До него дотянемся и 10 раз подтянемся. Где подсказку вам искать? Сможет Пепси подсказать. Рома, как ты думаешь, что это? Папа, ты чего? Это же турник. Тогда отправляемся на стадион. Тренажеры прикольные!
Рома, смотри, как я кручусь. О, чело кончается. Рома, так что ж мы с тобой время тратим? Нам нужно записку искать. А я хочу потратить. Рома, вон турник, ищи, где записка. Вон она, записка. Папа, помоги мне ее достать. Сейчас, Рома, секунду. Интересно, что там за подсказка? Стоит корыто, до полна водой налито. Бывает, там растет камыш. Подсказку там хранит баблыш. Что за корыто? Может быть, это болото? У нас же тут нету болот. Точно, это пруд. Рома, побежали скорее к пруду. О, вот, я снова нашел. Папа, я сейчас его достану. Рома, стой, стой, я сам. Это опасно, я сам достану записку. Рома, я достал, иди быстрее читать. Что там? Клейкие почки, зеленые листочки. С белой корой стоит под горой. На ней подсказку хранит хохотыш. И что делать дальше, ты быстро решишь. Так, клейкие почки, клейкие папа, почки. Папа, это же береза. Молодец, Ромик, бежим вон к той березе. Давай, Рома, пробираемся, только не запни. Землю копала, ничуть не устала. А кто мной копал? Тот и устал. Папа, смотри, здесь лопатка. Точно, вот и ответ. Кажется, я на что-то наткнулся. Это какой-то сундук. Наверное, там скрипыши. Ура, мы их нашли. А теперь им точно нужно найти применение. А то мама их на этот раз выбросит. Все, скорее отправляемся. Сейчас что-нибудь придумаем. Пап, ну ты придумал, что мы будем делать с этими скрипышами? Я придумал, что мы сделаем с этими скрипышами. Выливаем! Огромная капля! Отличная идея! Настал момент! Опа!